44-летняя актриса лично отвезла на занятия 7-летнего сына Джексона. Мальчик, который считает себя девочкой, выбрал необычный образ. Шарлиз Терон, Чарлиза Терон, обходится без помощи постоянной няни в вопросах воспитания двух детей. Когда она занята на съемках, ей помогает мама Герда, друзья или в крайнем случае приходящая помощница. Поэтому будни звездной мамы расписаны по часам. Она сама возит детей в школу, на дополнительные занятия, ходит с ними за покупками и на прогулки. Накануне Шарлиз попала в объективы папарацци вместе с сыном Джексоном. Мальчик все еще не может преодолеть проблемы с гендерной идентификацией и продолжает одеваться как девочка. На этот раз Джексон выбрал симпатичный школьный наряд из белой блузки, жилетки и юбки в клетку. Под юбку он надел черные облегающие бриджи. Джексон заплел волосы в косы. Образ довершили светлый рюкзак и кроссовки в тон. Терон предпочла комфортный спортивный лук в темных тонах. Звезда предстала без тени макияжа на лице. Шарлиз также пообедала в компании загадочного мужчины. Пару заметили в престижном районе Голливуда. Было видно, что между ними теплые отношения. Они много улыбались, а на выходе из кафе обнялись на прощание. В хорошем расположении духа актриса отправилась дальше по мамским делам. Своего сына звезда усыновила в ЮАР в марте 2012 года. В 2015 году Терон удочерила темнокожую девочку из США, дав ей имя Августа.